Александра Пахмутова, Николай Добронравов. «Усталая подлодка». Поет лауреат международного конкурса Сергей Плешивцев. Thank you.
Thank you.
никогда, никогда. Музыка Вадима Лодкина, слова Симона Асиашвили, офицерские жены. Поет Елена Брыкина.
Мартынова, слова Андрея Дементьева. Баллада о матери.
один из самых известных советских композиторов-песенников, конечно, Исаак Осипович Дунаевский. Его называли советским Штраусом, и потому что он сочинял прекрасные вальсы, и потому что он обладал удивительным мелодическим даром, его мелодии запоминались сразу и навсегда. Ну и, конечно, из-за всенародной любви. Тут виноват кинематограф. Дунаевский написал музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Сегодня будет представлена одна из последних киноработ Дунаевского. Это пьеса из картины «Кубанские казаки». Пьеса инструментальная, называется «Бега», исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Анатолия Смирнова. Напрасные слова. Колдовство.
собой не позвала. А служанки, молдаванки часто думала по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. День победы! День победы! День победы! День победы!
дорогие друзья, вот и подошел к концу наш праздничный концерт, в котором принимали участие лауреат международных и всероссийских конкурсов Елена Брыкина. Дипломант международного конкурса Наталья Подборинова. Лауреат международных конкурсов Илья Астафуров. Плешивцев. Конечно, Тихоокеанский симфонический оркестр. Художественный руководитель, главный дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Друзья, вот и подошел к завершению наш праздничный концерт. Еще раз желаем вам, уважаемые ветераны, здоровья, счастья и долгих лет жизни. С праздником! С Днем Победы!